посылку. Угадайте, что там. Не буду вас долго мучить. Чайный гриб. Не просто чайный гриб, а набор. Целый набор для выращивания чайного гриба. Давайте скорее вскроем и увидим, что это за история такая. Наверное, у многих из вас в детстве был чайный гриб. Так вот. Так вот, знаете, что у меня в детстве его не было, по-моему, никогда. И вообще, я его боялась, и в гостях никогда я его не пила. Мне казалось, что все это очень страшно. Но теперь все стало очень красиво, и у нас в наборе есть бутылка. Откроем. Есть стеклянная банка, и она доехала живой. Самое главное. Есть вот такое вот ведерко. Итак, есть подробная инструкция. Ситечко. Чай черный, крупнолистовой. Годен до августа 22 года. Вес 15 грамм. Собственно, сам гриб. Привет, чайный гриб. Смотрите. Тряпочка красивенькая, баночку завязать, перчатки, кран для банки, сделать это все. И даже есть сахар, ну то есть набор полностью готов, вырасти свой гриб сам называется. Есть у нас тут индикаторная бумага, скажем так, да, здесь есть, которую мы будем измерять. Кислотность, насколько я понимаю, получившейся жидкости. И еще один индикатор, на этот раз температура. Мы его наклеим на банку, и он будет нам показывать, какая температура внутри. Это позволит нам создать комфортные условия для развития гриба, и он будет, в общем, отлично себя чувствовать. Буду действовать по инструкции, и вы увидите, как я готовлюсь к выращиванию чайного гриба. Оставайтесь на канале, не переключайтесь. Все самое интересное про чай и около чайные штуки вы увидите здесь.